всем добрый вечер. Это мой приятель новый Амит. Привет, привет, Россия. Это вот у него магазинчик свой. Занимается бизнесом. Чаек с ним пьем с шоколадочкой. Да. Амит, знаешь, два слова хотел у тебя поинтересоваться. Как вот по поводу русских туристов, что скажешь? Вот каким образом они сейчас в Турции отдыхают? Есть ли какая-то разница? Давно, что в этом бизнесе соприкасаешься с русскими? Да, я давно уже работаю в туризме. Раньше русские туристы были, ну как сказать, качественными были. Но там при бабле? Да, при бабле были, не торговались так много, не так мелочим так много не занимались. А сейчас вот в данный момент я скажу, вот самые некомфортные туристы. С России, да? Да, с России. Вот 90% безденежные. Ну, я думаю, что это все из-за этих санкций там. Из Европы, там, с Америкой, там русские, российские государства не ладят. Потому и у них такая проблема получается со финансовыми, с деньгами, да. Но они, я знаю, что русские хотят хорошо отдыхать, все купить. Не торгуясь, но если у человека денег нет, то он должен торговаться. И это получается, они становятся надоедливыми. И просто не получается, что некомфортный клиент, понимаешь, вот просто проблему создают. И даже в маркете у тебя пытаются скидку какую-то у тебя выторговать. Да, да, вот даже в маркетах, вот в маркетах нигде в мире торговаться не положено в маркете. А вот они приходят и здешние, да, в этом даже немножко, я думаю, что гиды здешние виноваты, что они учат русских туристов, что торгуются. Ну, торговаться можно в кожаных магазинах, не знаю, там дорогих, где золото продается. На рынке. Да, на рынке там можно торговаться, где килограмм ты фрукты берешь. А в маркете же вот сигареты когда берешь, алкоголь когда берешь, нигде в мире не видно, не виделось, что торговаться надо. Вот. Я, претензия у меня вот такая. Да. И как давно вот у наших, считаешь, это за счет санкций просело так сильно положение, ну, по деньгам? После санкций, да, так получилось. И после этого самолета, пришествия самолетом, да, когда Путин сказал, что не ходите в Турцию туда-сюда, потом они помирились, все пошло нормально, но в это 3-4 года в туризме очень плохо. 60-70% дохода в Турции экономикой от туризма. А в туризме 60-70% занимают русские туристы. О, столько много? Да-да-да, 60-70% русские люди. Европейцев 30-40%. Ну, смотри где, именно в Анталии где-то 70% русских туристов. Вот даже Кемер мы называем маленькой Москвой. О, ничего себе. Да-да. А я и смотрю, Амит, вы здесь все хорошо на русском языке говорите, вообще без проблем, как будто с России. Не-не-не, мы не из России, я по советскому государству, из Азербайджана, но я, по-моему, потом сказал, твое. Ну, у нас работа такая, что мы должны и на русском, и на английском, и на турецком должны нормально разговаривать, общаться. И надо культурно относиться к людям. Конечно. Чтобы они, даже у них деньги были или нету, это не от них же зависит. Это проблема глобальная. Все политики виноваты, да. А то все люди дружат друг с другом. Мы любим русских, они любят нас. Амит, а вот знаешь, два слова. Я вчера ходил в клубы к вам ночные и смотрю, очень большое количество девушек наших русских и с турками, с местными вот туда. И в клуб, и из клуба и так по улицам шныряют. И давно здесь такое процветает? Или постоянно так было?
было так, но сейчас вот в данный момент это русские девочки, они как будто они приходят сюда, чтобы отдых им у них получилось бесплатный. Оплачивали им? Да, оплачивали, да. У них как будто план такой. Mm-hmm. Отель все равно берут, они в турагентстве у себя из интернета там 3 раза питание дают, а что экстра там, что там напитки туда-сюда гулять, за счет этого места турков они, за счет этого места турков они оплачивают. А, ясно. Да. По этой причине, да? По этой причине, да, обязательно по этой причине. И там, не знаю, там секс, конечно. Ну, само собой. Они тоже хотят сексом заниматься, и турки тоже. Ну, я лично никогда не вожусь с русскими девочками, потому что я знаю, что у них... Хватит работать. Азиз, иди чайку попей. Давай чайку-то попьем, Абид. Хорошо, попьем. Да, я здесь дурю. Ağzım şuraya koy. Abi o kadar şey çabuk. Göz önünde olsun diye yani. Allah razı. Hani buradan yoldan geçen bile alabilir. Çikolata değil. Bu abi de zaten Allah'a emanet. Böyle alıyorum telefonu buraya koyuyorum. Hiç bak anında cık. Geçerken düştü. Değil mi toprağın? Я не понимаю. Он говорит, украдут. Телефон здесь не оставляет. А, у меня в сумке с собой. У меня здесь было. Да. Сюда было. А я мне это Амид, знаешь, немаловажный вопрос, что меня вот лично интересует. А как тут вопрос с проститутками-то обстоит? Вот я много времени в Таиланде живу, там это без проблем, дело развито на каждом углу, и а здесь что-то я прошелся один вечер, другой. Здесь заказ. Что? Заказ. Закат? Заказ. Заказ даешь? А, заказывать надо? И они доставляют. А, на улицах так нету свободно. А по ценам дорогие? На ночь или на час? Ну, на час или на ночь разные расценки должны быть. Сюда, не когда? Я рай, все, я не могу. Я не мама Роза. Я не знаю, что я тебе говорю. Я тебе говорю. Он тоже не знает, я не заказывал. Просто. Ну, в общем, есть, да? Ну, есть, да. Я слыхал, что есть. Да. А Амит, а какие молодые, старые возраст? Сайки. А возраст? Вот 20-22. А, нормальный. Да. А камень? Это на ночь $250. О, дорогие. Да, дороже, чем в Таиланде. На час $50. $50 на час. А национальность какая в основном, Амит? Hangi milletler oluyor? Ukraynalı, şeyli. Ukraynalı var, Gürcü var. Türk var mı? Türk var zaten. Ben yabancılar söylüyorum. Ha. Rus var mı? Rus var. Türk есть, Украинцы есть, Грузины есть. Ben tek. А русские? Русские нет. Русских нет. Да, Türkmenistan, Азербайджан. Türkmenistan есть, Азербайджан есть. Ничего себе. Нас танцует бизнес тюрьмы чем-то.
yok tabi. Dağlara çem düşen de, bülbüle gem düşen de. Dağlara sen düşen de. Dağlara çem düşen de, bülbüle gem düşen de. Ruhun bedenden oynar, yadıma sen düşen de. Bu gala kaçtı gala, çıkırı kaçtı gala. Korkuyorum yar gelmeye, gözlerim yaşlı dağlar. Gala kaçtı gala, çıkımı kaçtı gala. Korkuyorum yar geç gele, gözlerim yaşlı dağlar. Türkiye, very good, Türkiye. Подороже здесь расценки, чем в Таиланде. Я вот целыми зимами в Таиланде живу, там... Ночь стоит 2000 бат на час, взять проститутку 1000 бат стоит, это 2000 рублей. Это на 1000... Я, честно говоря, я... Здесь не надо, чтобы заказать проститутку. Здесь везде, ну, я же говорил... Без проблем. Девочки есть? Да, да. Ну, они приходят... Ищут на халяву, где просочиться. Да, да, им надо, чтобы нажраться, напиться там, и еще надо секс. Ну, ясно. Ну, да. У меня, например, 10 лет, 15 лет назад одна девочка, женщина была из России, из Одессы. Из Одессы, да? Была. Один ночью с ним поспали, и утром она пошла к себе домой, ушла. Ну, я ничего не тратил, и просто пошли. Ну, один коктейль купил ей, и я сам пьяный был вообще. Потом виски пил. Там я. Потом я не домогался ей. До нее, да? Да, до нее. Просто предложил ей, если хочешь, пойдем в отель, если хочешь, я провожу тебя домой. Она сказала, нет, уже 4 утра, давай пойдем в какой-нибудь отель. И пошли и занимались дома. Ну ясно. Да. И потом она ушла, и она развелась со своим мужем. У нее одна дочка. Угу. Но потом мне не понравился. Если честно, мне не понравился. Знаешь... Она, да, не понравилась? Ну, вообще, не нравится мне, знаешь, заниматься там с кем-то. Там, может быть, всякое быть, понимаешь? Ну, да. И утром опять на работу. И тренировку занимаюсь. Ты начинаешь тёлку фармить? Не снимай меня. Ну, хоть поздоровайся, привет кому передай. Здравствуйте, из Турции вам, из Кемера. Всем привет. Азиз, это попей чайку-то с нами. Нет, только работаешь. Я работаю. Мне вкалывать надо. Билеты в клуб продаю. Мне уже впарил, считай, я ж полечу на дельтаплане. Сейчас погода наладится, Азиз. Спасибо большое. Спасибо. Thank you. Как спасибо на вашем языке. О, это я не выговорю точно. Могу только на английском, на тайском сказать. На английском, всякую, если скажешь. Хорошо.